Открытие Йарлхейма. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня мы продолжаем прохождение Star Stable Online. В прошлый раз мы остановились в трактире Волчье Логово, отсюда мы и продолжим. Ведь его хозяин хочет нас направить по дороге в Йарлхейм. Спасибо тебе, Джессика. А теперь я сдержу свое обещание и расскажу, как доехать до конюшни Юрвика. Скачи вот как. Скачи по дороге на запад и заверни налево к горному проходу. Продолжай через горный проход и в лес зеленой долины. Скачи по дороге, и скоро ты доедешь до побережья. Там ты увидишь маленький домик, в котором живет семья Пайк. Они занимаются доставкой рыбы и морепродуктов для трактира. И если ты там будешь, то закажи мистеру Пайк от меня. Ты можешь? Хорошо. На тебя можно положиться, Джессика. Вот тебе моя бензопила. Дорога через горный проход очень заросшая, поэтому ее надо чистить для проезда от всех кустов. Попроси миссис Пайк показать тебе дорогу к конюшне Юрвика. Удачи тебе, Джессика. Увидимся. Очисти заросли и препятствующий проезд в Грёндел и поговори с миссис Пайк, которая живет у побережья. Чтобы избавиться от зарослей, нужно слезть с лошади, открыть рюкзак и перенести бензопилу на куст. Так нужно прочистить весь путь. В данном случае очень удобно использовать функцию вашей лошади «Следовать». Продолжаем ехать по дороге, и тогда встретимся с миссис Пайк. Эй, там, кто ты такая? Давно я уже не видела кого-нибудь проезжающего через Грёндел. Заказ из трактира? Это ведь очень хорошо, нам действительно необходим доход, после того, как дорога на юг тоже закрылась. Этот Эд Фельд хороший бизнесмен. Все село пойдет в гору, если он развернется со своим трактиром. Ты хочешь доехать до конюшни Юрвика? Продолжай ехать по побережью на запад, пока не доедешь до Йарлхейм. Скачи через весь город, и вскоре ты увидишь конюшню Юрвика. Но если уж едешь туда, поговори там с Джеком Голдспур, у Дома Советов, городским мэром. Я думаю, что Джек не совсем подходит для этой должности, ведь у него не все кони в конюшне, понимаешь, о чем я? Ему повезло, что его сестра Джилл помогает в его делах. Они нуждаются в любой помощи, которую ты им только можешь оказать, и поэтому спроси Джека, чем ты можешь помочь. Все село будет тебе признательно, если ты поможешь привести в порядок весь город.
Да-да, я не буду больше занимать твое драгоценное время. Скачи по дороге на запад, это все, что тебе надо было знать. Скачи по краю побережья и поговори с Джеком Голдспур. Можешь мне кое с чем помочь, пока ты здесь? Так получилось, что дорога, ведущая на юг, сейчас закрыта. Я не знаю почему, но год назад наш сосед Ли Цзянь возвел забор между нашими участками. Мы всегда хорошо ладили, но вдруг за одну ночь между нами вырос этот забор. С тех пор от мистера Ли не было никаких известий. Мы только видели издалека, как он с печальным видом обходит свои поля. Звать его было бесполезно, он даже не смотрел в нашу сторону. Помимо прекратившейся дружбы появились и другие проблемы. Например, у берега начали плавать бутылки с его бутылочного завода. Я не знаю, зачем он бросает бутылки в море, но не могла бы ты поехать на пляж и собрать, что найдешь. Спасибо, ты очень добра. Собери прибившие к берегу бутылки и отвези их к миссис Пайк. Когда вы набираете несколько заданий в одной локации или у одного NPC, всегда проверяйте, не находятся ли они близко друг к другу или по пути в одну сторону. Это сократит количество времени для выполнения всех заданий, ну а также просто упростит жизнь с их выполнением. Спасибо, ты очень добра. Думаю, совет должен узнать об этой проблеме. Но что-то мне подсказывает, что у нашего соседа мистера Ли какие-то проблемы. Не в его характере так резко отгораживаться от людей. Видимо, что-то произошло. Приветик, это я, Джек Голдспур. Хорошо, когда в городе есть новые лица. Ну а ты? Кто же ты сама? Привет, Джессика. Добро пожаловать в Йелхейм. Южная гордость Юрвика и всеми любимый в мире город. Что я могу сделать для тебя, Джессика? Тебе нужно встретить Германа? Ага. Это так типично. Это единственное, в чем я не могу тебе помочь. Герман пропал. Пропал без вести. Когда он мне нужен позарез, то он уезжает в отпуск. Ты понимаешь, сколько это приносит мне проблем? Зачем мне нужен Герман? Да, я, кстати, являюсь мэром Йелхейма. Очень почетная должность. Почему я? Ведь никто другой не хотел стать мэром, и поэтому Герман спросил, хочу ли я взять на себя эту почетную обязанность. Как хорошо, подумал я, ведь в качестве мэра я буду приглашаться на званые ужины, кинопремьеры и другие красивые праздники, и получать много подарков все время. Но это совсем не так. Я только сижу здесь и перебираю множество бумаг целыми днями. Очень скучно. Я рассказал об этом Герману, но он говорит, что я должен гордиться возложенной на меня ответственностью, работать еще больше и быть хорошим примером для жителей города. Ответственность? Лидерство? Пример? Ха! Тьфу! Сама же слышишь, как это звучит ужасно скучно.
Я попробовала найти Германа, чтобы вернуть ему назад эту скучнейшую работу. Но это не получается. Он в отпуске, а я застрял здесь основательно. Но меня не просто обмануть. Навострой теперь уши. Мне пришел в голову прекрасный план. Я объявил новые выборы на основании, что я хочу уйти с поста. И теперь эту ужасную скучную должность должен занять кто-нибудь другой. Ха! Ну? Что? Ну да, чего ты хотела, Джессика? Доехать до конюшни Юрвика? Я знаю Джоанну, которая работает в конюшне Юрвика. Если ты поможешь мне с моим планом, то я позвоню ей и расскажу, что ты ищешь Германа. Может, она сможет помочь тебе? Договорились? Хорошо. Возьми вот эти бюллетени для новых выборов и раздай их в городе, а я пока подготовлюсь к следующему шагу в моем плане. Заодно ты можешь посмотреть город. До встречи. Раздай избирательные бюллетени выборов в городе. Ярлхейм действительно прекрасный город. В нем есть несколько магазинчиков, две парикмахерских и магазин с аксессуарами. Ну а также по заданию откроется еще несколько маленьких ларечков. Пока мы гуляем по городу, давай зайдем и посмотрим, какие прически можно купить в парикмахерской. В Йархейме обожают рок и металл, поэтому в одной парикмахерской ты сможешь найти очень интересные макияж и прически. Черные губы, зеленые тени. Может быть, ты хочешь стать вампиром? Или скелетом, а может, зеленой ведьмой? Кстати, раньше эти три макияжа были доступны только во время Хэллоуина. Но теперь, как видишь, они доступны всегда. Прически здесь продаются с очень интересным градиентом разных цветов. Можешь посидеть и поискать прическу на свой вкус. К сожалению, Джессике здесь ничего не подошло. Все получилось? Хорошо. Ну тогда пора начать следующую часть нашего плана. Мы должны найти новых кандидатов для этой работы. Я уже поговорил с самыми подходящими, но они не хотят. Но если спросишь ты, то они не смогут тебе отказать. Я лучше бы спросил их сначала об этом, прежде чем раздавать бюллетени. Эх, эти утомительные правила, из-за которых я не хочу работать на этой скучной работе. Ты ведь понимаешь? Хорошо,
Первым кандидатом, за которого люди могли бы проголосовать, это Дорит Ярлсон на острове Падака, глава семьи Ярлсон. Она всегда была тихим и спокойным человеком, который трудился всю свою жизнь. Она очень заинтересована в истории села Урожайного и любит город. Короче говоря, она очень скучная, сухая, как песок Сахары, и, следовательно, идеально подходит для этой работы. Подумай только, если бы моя мама не исчезла без следа просто так. Моя мать? Да, Эвелин Голдспур, настоящий мэр. Однажды, несколько месяцев назад, она просто исчезла, и никто не слышал от нее с тех пор ни слова. Все, кто был здесь, искали ее повсюду, но без никаких следов. Это более чем загадочно. Поговорим об этом в другой раз. Езжай на остров Падака и поговори с Дорит. Спроси ее об этом, Джессика, и будем надеяться, что она согласится. Следующий кандидат, который подходит в самый раз, это мой отец, Якоб Голдспур. Из него получится очень хороший мэр города. Он очень умный и помогал во всем моей маме, когда она была мэром. Спроси моего отца, захочет ли он быть мэром, хотя он и отказывался 100 раз. Но если его спросишь ты, может, он и не откажет. Фактически он может выставляться в кандидаты. Если бы он мне не говорил быть мэром, я никогда бы им не стал. Сколько бы там Герман ни говорил, что это хорошая работа. Но я ведь тот парень, который слушается родителей. Кроме того, что ходить в школу и не устраивать дома пирушек. В остальном я хороший сын, как ты сама понимаешь. Удачи тебе, Джессика, я буду болеть за тебя. Подумай только, Джессика, если бы моя мама была здесь, она уж точно знала бы, что делать при такой сложной ситуации. Хорошо, поговори тогда с Филиппом Санфельд. Он такого же возраста, как и я, образованный и очень скучный. Он точно такой тип, который любит народ в городе. Нет, я не говорила еще с ним. Похоже, что он не принимает меня всерьез, и поэтому даже не пытаюсь его уговорить. Но, может, тебе повезет уговорить его? Сделай тогда одну попытку. Спроси у Филиппа Санфельд, хочет ли он выставлять свою кандидатуру в мэры города. Удачи тебе с этим. Советую начать с ближайших заданий. Но стоп, у нас еще есть задание от Джилл. Давай узнаем, что она хочет. Добрый день, с кем это я разговариваю? Джессика. Джессика, приятно познакомиться. Я видела, как ты разговаривала с моим братом Джеком. Он, не совсем подходит для роли мэра. Его заставил занять эту должность наш отец. Я думаю, потому что он хотел, чтобы Джек научился ответственности. А теперь, когда Джек является уже мэром, я стараюсь спасти ситуацию. Как обычно. Извини, я не буду тебя отягощать своими семейными проблемами. Но, как ты понимаешь, у меня много работы, чтобы заставить Джека делать, что ему положено. Ты можешь мне помочь в одном деле? Ты сделаешь это? Спасибо, Джессика. Это очень просто. Ян Ярлсон оставил несколько недель тому назад заявку на разрешение о строительстве. И это правило, что Джек должен был подписать заявление в тот же самый день. Но Джек ничего не сделал. Ты можешь попросить его подписать это заявление? Потому что, когда спрашиваю я, он только отмахивается. Привет, Джессика, как дела? Заявление Ян Ярнсон на планирование строительства? Никогда не видел. Я должен подписать заявление Яна на разрешение на строительство? Ох, не может ли это подождать? Это же так скучно, ворошить бумагами. Почему я должен этим заниматься? Давай поиграем лучше в компьютерную игру, Джессика. Только одна бумажка? Ты это обещаешь? Ну хорошо, и только потому, что ты помогла мне раздать бюллетени голосования. Хорошо, вот она ручка. Ну вот, теперь моя подпись на бумаге. Это так ужасно скучно этим заниматься. Теперь ты понимаешь, почему я так мало работаю, да? Джек подписал это? Прекрасно. Ян будет рад. Знаешь ли что, Джессика? Я думаю, что ты будешь большой помощницей здесь, в городе.
Я буду смотреть, в чем особенно будут нуждаться жители, и если что-то случится, я дам тебе знать. Прекрасно. Ян Ярлсон будет рад. Прекрасно. Ян Ярлсон будет рад. Знаешь ли что, Джессика? Я думаю, что ты будешь большой помощницей здесь, в городе. Я буду смотреть, в чем особенно будут нуждаться жители, и если что-то случится, то дам о себе знать. Теперь пора заняться кандидатами на пост мэра. На западе от Ярлхейма располагается ферма Санфилд. Там мы и найдем нашего первого кандидата. Привет, ты кто? Джессика, приятно познакомиться. Меня зовут Филипп, я заведую фирмой Санфилд с моей семьей. Хочу ли я быть мэром? Нет, Джессика, я не могу выставляться кандидатом в выборах мэра. Эвелин моя хорошая подруга, и я по-прежнему в своем сердце знаю, что она жива. Будет чувствоваться, что это признание ее смерти, если кто-то займет ее место мэра. По крайней мере, это не могу сделать я. Что случилось? Я не знаю, она была здесь в тот день на обеде, и все было как обычно. Она была приглашена на вечер открытия шахты Джет, и казалось, что она не очень хочет туда идти. Она и мисс Драки, шеф Джет в Ялхейм, не дружны, но ради города она обещала пойти туда. Сожалею, Джессика. Передай Джеку, чтобы он нашел другого кандидата. Можешь вначале пройти всех кандидатов, а потом вернуться и сдать сразу 3 задания. Но в случае, если ты боишься потери связи или у тебя плохой интернет, советую сдавать все по очереди. Эх, Филипп не хочет быть мэром. Типично. Дальше мы отправляемся на остров Падока, который находится южнее Ярлхейма. Выставить свою кандидатуру на выборах мэра? Я уже сказала Джеку, что я не собираюсь. Ты передай Джеку, что я не могу выставляться на мэра. У нас очень много дел здесь на ферме. Случилось много неприятностей в последнее время. Но то, что случилось с Эвелин, очень трагично. Найти нового мэра не так легко, как это кажется. В один прекрасный день все было как обычно, а на следующий она просто исчезла без следа. Что случилось? Я знаю только одно. Она была по дороге на открытие новой шахты Джет. Там, наверху, в горах. Но туда они так и не доехала. Мисс Драки позвонила в тот вечер и спрашивала, почему Эвелин не появилась на вечере. Она угрожала подать в суд за оскорбление или потерянные рекламные возможности, что-то в этом роде. Ты бы спросила об этом кого-нибудь другого. Я так занята на ферме, что не знаю деталей. Нет, передай Джеку, чтобы он нашел кого-нибудь другого.
Так что Дорис не хочет выставляться на выборах? Типично. Последний кандидат находится на ферме Голдспур, восточнее Йорхейма. Ох, я уже говорил 100 раз, что не хочу выручать Джека. Может ли Джек отстать от меня? Я уже сказал ему 100 раз, что я не хочу быть мэром. Мне очень больно работать тем, кем работала моя жена. В противном случае все будет напоминать о ней, и я не справлюсь с этим. Что случилось? Ты этого не знала? Да, это правда. Ты ведь здесь новенькая. Моя жена, Эвелин Голдспур, была городским мэром в Йорхейме. Она сделала город процветающим, и все любили ее. Потом она вдруг пропала. Утром я помахал ей все, что я знал, что она приглашена на вечер празднования по поводу открытия новой шахты Джет. Но она там так и не появилась, и никто не знает, куда она подевалась. Что я об этом думаю? Я не знаю. Это очень странно, что никто не нашел ни малейшего следа, никто не видел ее. После того, как она покинула контору в городе, я знаю, что она жива. Если бы что-то случилось, то я почувствовал бы это. Передай моему сыну, что я не могу быть мэром города. Пусть ищет другого кандидата. Папа не хочет быть мэром? Типично. Продолжение этой сюжетной линии будет доступно на следующий день. Так что на этом данная часть прохождения подходит к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем прохождении. Thank you.